После Пасхи у православных наступила неделя, именуемая Светлой Седмицей. Это время, когда верующие продолжают друг друга поздравлять и радоваться тому, что Иисус Христос воскрес. А во всех храмах проводятся праздничные богослужения и не смолкает звон колоколов. По доброй традиции, ежегодно в эти дни в Краснолучской музыкальной школе номер 1 проходит фестиваль под названием «Пасхальные перезвоны». 21 апреля талантливые, творчески учащиеся, юные музыканты и вокалисты дарили всем свое мастерство, а вместе с тем добро, любовь и веру. Перед зрителями выступали фортепианный дуэт, инструментальное трио, юные гитаристы и аккордеонисты. Воспитанники музыкальной школы демонстрировали блистательную и виртуозную игру на скрипке, завораживали зал хоровым и сольным пением. На мероприятии гости желали, чтобы то доброе начало, которое зарождают в детях педагоги музыкальной школы, оставалось и приумножалось в течение всей их жизни. В нашем районе живут представители разных религий, но нас объединяет уважение к традициям друг друга. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Этими словами в эти дни мы приветствуем друг друга. Это великая радость, когда мы говорим такие слова. И хоть мы здороваемся с друг другом, то вознесение, произнося эти слова «Христос воскресе», но это наш девиз по всей жизни, девиз православного человека. Пасхальные перезвоны не оставили никого равнодушными. Творчество юных талантливых краснолучан вдохновило и подарило всем положительные эмоции, а преподавателям и родителям – гордость за своих детей.